Владивосток, 12 июня 2022 года. Центральная площадь, День России. Там сдают нормы ГТО. Будут сдавать. Площадка такая небольшая. На сцене репетируют танцоры. Начало в 12 часов, если я не ошибаюсь. Проход на площадь через рамки происходит. Впереди художники. Ну, конечно, буква ВИ и история.
Здесь раздают ленточки. Триколор. Здесь палатка военторга. Ну и там дальше всякие, ну, перекусы, скорее всего, палатки с перекусами. Русский самовар стоит. Недавно был праздник самовара. Здесь вот центральный заход, так скажем, через вот эти рамки. Здесь всякие средневековья здесь. Здесь можно пострелять, а там вон рыцари. Дальше здесь такой шатер, надо зайти к рыцарям посмотреть. Здесь фотозоны такие вот. Здесь художники. Модельки танков катаются здесь. Музыкальные инструменты или что там? О, волынка. Волынку собирает парень.
громкие, моя потише. Шотландские, тем громкие. Ну, в общем, гвозди куют. Ну, вот такая она площадь сегодня.